Доброе утро. Я, короче, не снимала неделю. Мы с вами, друзья, в Акире. Я покажу, что сегодня будет, как меня накрасят. Что хотела сказать? Хотела сказать, что у меня кожа, ну, такая, блин, потрёпанная, конечно. Не знаю, блин. Мне кажется, пора делать подтяжку. Хотя, наверное, на таком свету любая кожа будет потрёпанная. Anyway. Я делала показ в воскресенье свадебных платьев. Если вы не фолловите меня на Инстаграме, вы не увидели этого, конечно же. Так что обязательно фолловьте меня, чтобы видеть все, что происходит. Вот. И это было очень классно. Мне написал вчера продюсер и сказал... Читай, что она сказала. Она мне написала... you are a pro. Thank you for being part of the show. I have never had model ask to open or close a show in the 28 years producing shows, and I admire your confidence. You deserve the spot. You gave it all, and I thank you. Она сказала, что она никогда за 28 лет карьеры не имела ни одной модели, которая сказала, что она будет открывать и закрывать. И это была, естественно, я, потому что я сказала, что я буду участвовать только, если я буду открывать и закрывать. Classic story of my life. Вот, и она согласилась. И потом я ей сказала: боже, спасибо большое, мне так понравилось, надеюсь, что мы еще с тобой поработаем. И она говорит, что она сказала моему агенту, что я дала ей goosebumps, гусиную, знаете, когда ты как бы такая excited, у тебя гусиная кожа появляется. Вот, и я ей дала goosebumps, и типа она давно такого не видела, не испытывала, потому что, ну, таких моделей нет, вот. И она мне сказала, что я должна обязательно научить молодых моделей быть такой, как я. Так что, думаю, что все-таки, да, действительно, мне нужно начать учить. Не сейчас, конечно же, но, возможно, попозже я... буду делать какие-то мастер-классы или private мастер-классы для молодых девочек. Ну, посмотрим. Увидимся. Ну что, друзья, я готова. Вот эти сучки. Say hello. Hello. Главная сучка не хочет махать, она стесняется. Ash, say hello. Ну что, друзья, начнем. Это Lil Whale, маленький кит. Встречайте новый хит. Ты — это я, а я — это ты. Детка, поделись со мной, расскажи свои мечты. Говори, что вечно где-то в облаках витаю. Send me location. Вместе полетаем. Я когда тебя увидел, этот мир как будто замер. Твои формы ямы-ямы, пожираю их глазами. Lil Whale, get excited, поднимается цунами. Oh my god, you so hot, like a summer in Miami. Ты прошла на сердце пусто, тяжело признаться в чувствах. Непонятки в голове, это что-то на французском. Я как будто сам не свой, даже дрогнул письки мускул. Даже аппетит пропал, у меня проблемы с чувством. Ты — это я, а я — это ты. Детка, поделись со мной, расскажи свои мечты. Говори, что вечно где-то в облаках витаю. Send me location, вместе полетаем. Ты — это я, а я — это ты. Детка, поделись со мной, расскажи свои мечты. Говори, что вечно где-то в облаках витаю. Send me location, вместе полетаем. Доброе утро. Хотела... Время, кстати, 7 утра. Мирон еще спит, он у меня теперь наконец-то вырубается. Он, естественно, в новой школе не спит больше по, ну, как бы днем, а Мирон обожал спать днем. Сейчас у него нет дневного сна, поэтому он, конечно же, приходит домой и сразу вырубается, спит дольше, что хорошо для меня, потому что он наконец-то идет спать в положенное время, а то он иногда мог до 10 тусить. Короче, у меня, естественно, дома есть роллер, вы понимаете, да? Я все-таки атлет. И мне он частенько нужен. Но он никогда не нравился мне по качеству. Не знаю, почему на нем неудобно кататься. Я решила купить себе новый роллер. Точно такой же, какой у меня в пилата-студии. Вот такой вот. Этот бренд называется Trigger Point. И реально разница колоссальная. Хотя по факту, да, роллер, какая разница. Но разница просто сумасшедшая. Моя любимая просто, мое любимое место, на котором я люблю полежать, это моя спина. Я кладу вот сюда роллер, сперва катаюсь вот так, вверх и вниз. А
потом, после того, как я чуть покатаюсь, я ложусь вот так. О, боже. И у меня просто хрустят все кости. Это просто... У меня довольно-таки сильно забитая спина. Но это связано с ребенком, это связано с тем, что мы как бы часто в телефонах сидим, да, и как бы сутулость у меня есть, да, то есть я часто вот так, ну, как бы складываю плечи вперед, вот, и частенько страдаю от боли между лопаток, ну, как боли. Ну, Зина, блин, никто не хочет на твою жопу смотреть грязную. У лысых кошек большая проблема, у них засранная жопа. Ну, короче, и из-за этой сутулости у меня реально часто болит между лопаток. И вот именно вот это вот катание на ролике, именно на этом ролике, потому что тот ролл вообще не делает ничего. Я не знаю, с чем это связано. Мне кажется, что качество вот этой вот обивки внешней, оно имеет колоссальное значение. То, как оно давит, я прям не знаю, это все работает. И еще очень классно массажировать спину, шею. Если у вас забитая шея, берете роллер, вот так ложитесь, вот этими вот квадратиками, вот так, и делаете вот так. И он очень хорошо массажирует вот эти вот верхние косточки, где череп заканчивается. Так, ну что, мне нужно приготовить Мирону обед. Я готовлю Мирону обед в школу, уже 2 дня готовила. Отлично у меня получается, он сладенький, мой мальчик все ест. Может, там оставляет какие-то маленькие детали, но в основном все съедает. Вот, значит, обед. Мне нужно отвезти его в школу. После этого... Зайка так не знает. Зайка завидует, что мы с Зиной, блин, тут тусим. Смотрите, мигает эта штука, а в жизни она ни хрена не мигает. Anyway, Зайка. Ты демон черный. Смотрите, демон. Зайка. Зайка. Отвозим Мирона, а потом идем на пилатес. После пилатеса мне нужно прийти домой с мамой, поехать в магазин со Стеллой, с мамой. А после этого нужно отвезти машину обратно в ремонт. Потому что я на прошлой неделе забрала машину, но мне установили хреновое стекло. То есть стекло немножко бракованное, и там в одном промежутке стекло не идеально ровное. Знаете, иногда, когда бракованные стекла, оно так вибрирует, ты как бы через него смотришь, и оно так вибрирует. Короче. Еще мне сказали, мне новое стекло, мне нужно отвезти обратно, им отдать машину и поставить новое стекло. А после этого... Сегодня будет, блядь, 40 градусов жары. 40 градусов жары, друзья. Ну вот. Сейчас делаю Мирону обед и покажу, что я ему кладу. Увидимся. Мама. Did you know that there's a scary creature that almost ate one of a person? It almost ate one of Abraham Lincoln's ships. No way. There's a creature in the ocean that did that. No. Do you know what it's called? The saltwater crocodile. Oh, really? Mm-hmm. You sure? Yeah, there's saltwater crocodile. They're also crocodiles. It's just true. Maybe I won't do it for now. Why? Mama. When you need to come into school and then look on the kitchen paper. А что там? There you would see a surprise. А что вы вчера в школе делали? We did art. Did you enjoy being at school yesterday?
Not much. Почему? The library. Did you like library? Yeah, because I got it hungry while getting into the library, and she said 5 minutes, but it been instead it been 12 minutes. Да. А в library нужно было быть очень тихо. Нет. Они сказали Нет. Можно было громко разговаривать в library. А я думала, в library нужно тихо-тихо себя вести. Well, the library is outside. You need to be quiet, but the library, in my school, you don't need to. Мама. Мама. Can we play bubblegum, bubblegum? Что это такое? Bubblegum, bubblegum, in a wish. How many pieces do you wish? Switch. No, she's supposed to say a number. Она говорит три. One, two, three. That means I need to sing the song. Bubblegum, bubblegum, in a dish. How many pieces do you wish? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, bubblegum in your dish. How many pieces do you wish? I wish. Не жуй давай. We can only do from 1 to 20. Okay. I wish 20. 20? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. You missed 19. Нет. Okay. Now it's your turn. Now it's your turn to say something. Bubblegum in your dish. How many? Pieces do you wish? How many pieces do you wish? 5. 5, okay. 1, 2, 3, 4, 5. It's always me. I don't know. Bubblegum, what do you wish? How many pieces do you wish? I wish 100. You said by 20. Okay. Юлия. Мирон, куда мы идем? To my new school of kindergarten. Тебе нравится там? Not much of a Почему? Library. Because the library, you know how it is. Ну ты там уже нашел новых друзей, да? У тебя есть там новая сейчас подруга, как ее зовут? Виктория. Виктория. Она еще по-русски разговаривает, да? А ты с ней говоришь по-русски? Yeah. But she told me she can only teach me Russian when she's with her mom. Окей. Покажи свой бэкпэк. Вау, какой красивый бэкпэк. Ну что, друзья, привет. Мы сегодня наконец-то в самый горячий день. Что здесь? В году едим холодный борщ. Вот он, холодный борщ. Это не холодный борщ, это горячий борщ. Сейчас она выкинет, что у нее в рту там. Короче, холодный борщ. И у нас будет бутерброды с туной. Мы покупаем туну в консервах, мешаем ее с острым соусом и мешаем ее со сметаной. Получается очень-очень вкусно. Женя не любит холодный борщ, потому что ему не нравится запах вареной свеклы. Я ему просто вареную очень нравится. Но мне пообещали солянку. Какую солянку? Окрошку. Окрошку? Там яйцо возьми себе и этот, как они называются? Сосиски. Вот это тема, да? Next. Доброе утро. Время 7 утра. Ни хрена не видно. Ну, короче, вот 7 утра. Видно только мою булку сладкую.
Кстати, не думайте, она не только одна у меня на экране, у меня почему-то постоянно rotates, блин, эти бэкграунды. Каждый раз новая фотка. Anyway. Ну, во-первых, наконец-то я в своей машине, да. А стекло мне поменяли, но стекло бракованное, которое мне нужно будет еще раз поменять. Как только появится время, я обязательно это сделаю. Сегодня суббота. Я обычно по субботам хожу на класс где-то в час. Мой любимый класс в 1:30. Но, к сожалению, из-за того, что я сегодня очень занята всеразличными делами, не рабочими, а приятными делами, я, короче, иду на класс в 7:30. Вот. Я, вы знаете, очень люблю тренироваться. Чтобы воздух заходил свеженький. Вот. Я решила сегодня не пропускать класс и пойти сегодня на класс. Что-то я немножко потеряла чувство машины, чувство габаритов машины. Такое ощущение, как будто сейчас во что-то врежусь. Anyway. Короче, еду на пилатес. После пилатеса я еду домой. Забираю детей. Не детей, только Мирона. Мирона и бабушку. И мы едем к Индире домой. Мирон уже 3 недели спрашивает, где его любимая подруга Талия. Вот, они близкие друзья, вы знаете. И Мирон очень сильно скучает за Талией. Он вчера мне, блин, такой странный теперь из этого. Он мне вчера даже сказал, он говорит: мама, I wish я мог бы встретиться с Талией. Я так давно ее не видела, я так за ней скучаю. Поэтому мы едем к Талии, друзья. Оставляем Мирона у Талии, забираем Индиру, Индирину маму, я и моя мама. Мы едем в Seafood Broil. Это такой ресторан, где подают seafood в большом пакете с таким острым соусом. Там есть картофан, там есть кукуруза и всякие сифуд. В общем, очень вкусная тема. Это, наверное, одна из моих любимых вообще сифуд еды. Я не очень большая фанатка сифуд. Я люблю рыбу, но сифуд это такая для меня... Какой-то сифуд я ем, но это не мое любимое. Вот. И, конечно же, из-за этого... Ничего не из-за этого. В общем, а после этого, друзья мои, дорогие, любимые, мы с вами едем на шопинг. Сейчас начинается Labor Day Weekend Sale. Не везде, но во многих местах, потому что Labor Day на следующей неделе. И, конечно же, благодаря этому много где уже начинаются скидки. Мы с вами поедем, друзья, в Outlet. И я хочу, конечно же, в магазин Saint Laurent. Saint Laurent. Ну, короче, как-то так, блин. Я не француженка и по-французски не разговариваю. Так что возьму вас с собой, друзья. Будет весело. Второй раз опять. Что, друзья? Welcome. Finally. Я так долго ждала этого дня. Знаешь, когда последний раз я ела, блин, краб в пакете? Когда? В Нью-Йорке, когда я еще жила в Нью-Йорке. Стой, я думала, вы живете буржуазной столько, жизнью. Столько времени я уже не ела этого краба, я мечтала. Я маму уговаривала пойти, она не хотела я по каким предлогам. Хорошо, последний раз ели. Ну, короче, у нас сегодня азиатская тусовка. You know, главные казахи Америки просто собрались за одним столом. Мы сегодня казахи, да? Мы сегодня казахи, конечно. Мы подстраиваемся. Да, мы подстраиваемся. Как это называется? Хамелеоны. Мы меняем национальность в зависимости от этого, от происходящих вокруг ситуаций, да, мам? Да. Скажи, ты супер флексибл. Здравствуйте. Ну что, ты рада, мам, попробовать? Я мама, тебя снимаю. Да. Попробуем. Очень рады. Самого крутого канала. Самого известного казахского канала. В Казахстане. Вся Астана позвонит вам и скажет: ой, вы же были на канале. Пусть говорят. Да, на канале пусть говорят. Завидуйте молча. Не-не, найди меня, называется. Ищу тебя, найди меня. Так, ну что, мои лобстеры? Где мои лобстеры?
что-то у лобстеров только одни эти щупальца. Я так... А, нет, вот это вот тоже есть. Ну, открывай уже, покажи, раболтать. Так, вот. Так оставляешь в пакете и все. Я поняла, конечно. Вау. Так, вау, вот, вот это вот, вот лобстеры, вот оно, вау. С хвостиком. Смотри там. Я как сейчас это буду, как мукбанги. Давай, я тебя сниму, как ты в мукбанге. Давай, соси ногу. Ногу соси. Соси, да? Какой. Соси. А где соус? А вот, нет, соус там. Не, соус вот там в пакете. Ну чё? Тема? Вот эти, тема. Замеривай. Бабушка не хотела идти, слышь? Почему? Как я не хотела идти? А я сколько? Я всегда интересуюсь. Она не хотела со мной идти. Тоже на Нордсайд. Что ты делаешь? Лобстер, друзья. Она говорит, я говорю, а где у тебя? Я говорю, Женя читает лекцию. Да. Mm-mm. Я говорю, она говорит, воскресенье. Я говорю, воскресенье. В церкви, что ли? Он же раньше был профессором. Да, он преподавал в Фордом университете. Да. Он преподавал бизнес. Я думала, что он опять профессор, пошел, да. Типа, читать. Я ему сказала, чтобы он пошел. Когда Мирон будет постарше, если мы захотим в какой-то хай-скул пойти, какой-то пафосный, я отправлю его преподавать. Я думаю, что... Ну что, друзья, welcome to the shopping vlog! Индира, покажи, что ты купила. Первая покупка, удачная, как говорится. Индира прикупила себе очки. Все, всегда дорого-богато. Дорого-богато. Селин, you know. We only go for Celine. Ну давай, открывай, скорее показывай. Что там у нас? Fancy, fancy. Фэнси-шмэнси, распаковка. Вау, ну давай, давай. Почистить, конечно. Да, засунуть, конечно, немножко. Вау, ну королева, королева. Так, ну что, друзья, мы в Сен-Лоране, посмотрите, мерим топы, штаны. Я хочу такую футболку. Как тебе футболка? Что, друзья, блин, известнейший просто сют, который был на всех ранвеях мира, блин. Посмотрите на эту красоту. 1000 баксов, но он мне велик здесь, он меня обтягивает. Ну, конечно же, с моей плоской жопой это, конечно же, точно не подходит. Но если бы это было бы просто топ, смотрите, как красиво вот это выглядит, просто нереально. Доброе утро. Я встала в 6:30. Уже 7:30. Мы с Мирончиком уже позавтракали. Я сейчас готовлю ему ланч в школу. А у него в школе есть ланчи, но там такой классический американский завтрак, которым, конечно же, я его не хочу кормить. Хорошо, что у меня Стелла на sleep training. Кто не знает, что это такое. Я всех своих детей с 3 месяцев ставлю на тренировку сна, когда они с 8 вечера до 8 утра спят. Поэтому у меня есть как раз сейчас полчаса собрать Мирону ланч. У меня бабушка наделала кучу пельменей. Вот они здесь. Я поставила вариться водичку. И сейчас буду варить ему пельмешки. Вот такой классный ланчбокс я ему купила. Он был, на самом деле, да, немножко прайси, я бы сказала, дороговат для For What It Is. Но классный ланчбокс, он мне очень понравился. Мне его, кстати, порекомендовала моя подружка Индира. И сюда же идет вот такой вот контейнер для горячей еды. Вчера я ему клала, мама готовила позавчера... Как это называется, блин? Короче, Женя запросил какие-то там национальные, блин, среднеазиатские, в общем, пирожок с мясом, грубо говоря. И моя мама это готовила, и Мирончику отдельно сделала маленькие versions of it, и поэтому я вчера не использовала горячий контейнер, я просто эти пирожки положила. Я уже, получается, неделю делаю Мирону ланчи, ланчбоксы собираю с собой, вот, и сейчас сделаю, вам покажу. Потом нужно Стеллу будить, Сталка тоже скоро проснется. Ну вот. Вот такая вот история. Сегодня у меня, кстати, занятой день. Я сегодня еду к гинекологу.
утром у меня ранний appointment, потом я еду на пилатес, потом уже вернуться домой, и на самом деле много чем заняться, мне же много куда позвонить. Я хочу записаться к эндокринологу, к терапевту, и я хочу записаться к доктору по венам. Если честно, то, ну, не буду ничего говорить заранее, я не знаю, конечно же, но мне кажется, что у меня есть blood clots. И, конечно же, виной этому всеми любимая иголка, которую нас заставили поставить. Кто понял, тот понял. Кто не понял, как говорится, ваша проблема. Ладно, сейчас я ему нарежу овощей и сделаю ему ланчбокс и покажу, что получится. Итак, что у меня получилось? Пельмешки горячие в термозе. Здесь у нас яблоки с мандаринчиками, помидорки, он любит их. Сюда я положила маленькую гранолу. Вчера я ему положила, он все съел. И внизу десерт, маленькие печеньки вкусные. Я положила побольше, потому что я знаю, что дети любят в школах делиться. Не знаю, если они кем-то делятся, или у них уже началось это или нет. Я, кстати, приоткрываю, потому что мне иногда тяжело открывать. Вот. В общем, вот такой вот ланчбокс. Вот так он закрывается. И сейчас я еще сделаю снэк, потому что им еще нужен обязательно снэк с собой. Вот мирочка снэк. Это сушеные яблоки. Он их обожает, чипсы из яблок. И вот здесь я положила кусочек сыра. Сыр он тоже очень любит. Ну вот, его еда на сегодня. Ну что, так дрыхнет сталка. Кстати, не дрыхнет, смотрите, шевелится. Услышала меня. Сейчас пойдем за ней. Пошлите. Хай, булка. Привет. Привет, бейби. Хай, хай, хай. Ну что, вкусно? Как вы видите, она уже уничтожила кучу ягод. Она поела сырок. Сейчас мы ей дали круассанчик. Стелка. Мирон, пожалуйста, не накапай на себя арбуза, хорошо? Мирон. Окей. Кто сладкая? Стелка? Стелла. Ну что, друзья, я у доктора. Голая.